сделали все, что запланировали. Был построен немножко в другом формате вся подготовка. Ну, я говорю, объем получили тот же, немножко в другом, еще раз повторю, в формате, да. Но ребят проделали всю работу, и так что, что хотели, получили. Сейчас остается просто это все переработать, ну, время покажет. Мне трудно сказать, я говорю, другой формат был. Может быть, кому-то казалось, что это может быть чуть легче, да, но я думаю, по сложности выполнения упражнений и так далее, я думаю, это осталось где-то, может быть, где-то... Просто, я думаю, для ребят это было поинтереснее. Что-то новое было, так что... А когда новое, тогда ты забываешь про усталость, про то, что у тебя болит что-то. Постараюсь внести какие-то новшества. Однозначно, это хорошо, что у нас есть своя арена, своя раздевалка. Лед отличный, борта отличные. Если так посмотреть назад, то у нас практически 70% травм, которые команда получала, получали мы на домашних аренах. Потому что борта были настолько жесткие, стекла были настолько жесткие, что при любом ударе получали травмы. То сейчас я надеюсь, что мы избежим, так как мы требуем от игроков играть жестко и, скажем, в силовой хоккей, то эти борта и плавающие борта будут позволять избежать травм. А остальное, конечно, надо обжить, надо это все как-то потихонечку вжиться в новое. Но я думаю, что однозначно и зрителям должно понравиться. Все-таки арена, скажем, новая, и смотреть хорошо, и сидеть, я думаю, удобно. И, как я сказал, для нас тоже очень важно, что у нас лед хороший. По крайней мере, вот эти дни, которые мы были, лед был хороший. Так что, ну, а раздевалку это надо обжить однозначно лучше, чем до этого у нас все было. Скажем, акцент ставили больше, может быть, на молодежь, на подрастающую молодежь. Но на это все надо время. Приобрели мы защитника Хетанина, да, который должен у нас занять первое, второе место в первом, втором звене. И я думаю, что он своей игрой до этого доказал. Игрок сборной Финляндии, и играющий игрок, и в торпедо себя хорошо проявлял. Ну, потому и мы с такой надеждой взяли, что будет тот, который может подтянуть из молодых кого-то. Также взяли игроков Галимова, скажем, ну, тоже молодой, Тарасов молодой, Авцин. Игроки, которые должны прийти злые, напористые, я думаю, завоевывают свое место в составе. Ну, и составить конкуренцию другим. Не то, что мы взяли игроков с большими именами, кого-то, что казалось, там, большие трансфера, но команда довольно сплоченная, атмосфера хорошая, такая боевая. Ну, я говорю, у нас время есть это все поставить в свои звенья, кто куда. Остался костяк, как и он был. И прошлый сезон, я считаю, что по-большому прошел удачно для нас, да, и по очкам, и по самой игре. И... Так что отходить от чего-то не было смысла и брать кого-то, который, может быть, по статистике где-то проявляет себя лучше. Ну, я убедился в том, что не надо думать, что где-то что-то лучше, чем у тебя. Надо исходить из того, что у тебя самое лучшее. И стараться это все как бы еще, чтобы они прогрессировали. Это интересно. Я скажу, это интересно. И я думаю, для зрителей это может быть, конечно, интереснее, чем 4-4. Но все-таки не так уж много голов забивается. А при формате 3 в 3 это маленькая твоя ошибка. Это уже практически голевой момент. Так что я думаю, если такой формат будет в КХЛ, то однозначно игры будут заканчиваться гораздо раньше, чем по буллитам. Ощущения хорошие, даже позитивные. То, что я говорю, выполнили то, что хотели, переехали в новую арену. Как бы все мотивированы доказать, что должны сыграть лучше. Каждый должен свой результат улучшить. Я думаю, им перед зрителями тоже мы должны показать, что они тоже должны ощутить, что новый дворец для нас это важно, что новый дворец это новый дом для всех, для них, для нас. И нужна поддержка. Нужна поддержка, главное, со стороны болельщиков и в трудное время, потому что не всегда все будет удаваться. С нашей стороны мы постараемся сделать все, по крайней мере, борьбу будем показывать всегда, бороться будем до последнего, а со стороны болельщиков всегда верить в нас, нас поддерживать. Ну и так мы не победим, если мы будем едины.